Ты первый день в качестве капитана. Твои люди выдают тебя с изъяном. Да и флаг у тебя новый, не изношенный. Первый раз в море корсар недоношенный. Флаг да в норме, старый за борт, износился совсем, да нет забот. Предлагаешь 20% от добычи, не вижу уважения к команде. Ну что, приплыли? С чего ты взял, я уступаю тебе половину. Ну что, мы договорились, тебе отдаю сердцевину. Придем к разумному соглашению и прекратим извращенное мышление. Вы загребаете табак и сахар в глотке, а мы получаем хлам, горшки да сковородки. Твоя половина стоит 10 раз больше. За дурака держишь, я стою тверже. Думаю, нас это обоих и устроит. Хамить не стоит. Если дойдет до драки за добычу, то она достанется нам лишь по кличу. Да у меня преимущество скорее. Я же вижу, сколько у тебя людей. Твою тощую задницу сейчас раком поставлю. Она так и напрашивается на мою саблю. Видно, лишь кровь поделит поровну. Ну, как скажешь. Бейте их! Оу, полилась пиратская кровь. Драка за добычу.